Персональная выстава Сергея Синякова открылась у Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина. Представленные картины адлюстровывают уражения и эмоции, отриманные автором подчас подорожжев. Сергей Синяков – мастак не по профессии, а по призванию. На его полотнах – величные замки Будапешта, стародавние вулочки Праги, маляуничие кутки сонечной Испании и пригожие пейзажи родного Гомеля. Все то, что натхняет мастака, и затем находится адлюстрование у его творчести. Выстава «Палитра життя» – это не первый авторский проект Сергея Синякова. Его творчие работы неодноразово выставлялись в Гомеле и Минску. Подчас открытия новой экспозиции мастак был узнагороджен подякой от областной библиотеки за пленное супрацовництво во увасоблении литературно-мастацких проектов. Так, при створении выдания об подеях Великой Айчинной войны «Живая память моей семьи» в якости иллюстрации были выкорыстаны около 20 работ Сергея Синякова. Первая моя профессия – резчик по дереву. Когда-то еще раньше занимался в застудии, занимался резьбой, а потом живописью, в принципе, самоучка. А вот, ну, занимаюсь всегда, всегда рисую. Это мое, это, не знаю, как сказать, я мало чего видел, мало чего, может быть, умею, но это мое навсегда.